Мы находимся на церемонии награждения национальной премии ТОП-5 авто. Ее главная задача – выявление лучших автомобилей по итогам года в 5 основных номинациях, а также определение автоперсоны года за личные успехи в автобизнесе. Напомним основные номинации. Это компактный городской автомобиль, большой и представительский городской автомобиль, компактный SUV, большой SUV, спортивный автомобиль и легкий коммерческий автомобиль. В этом году были очень интересные результаты. Была очень жесткая борьба в разных классах. Меня приятно порадовало такое лидерство некоторых марок в количестве призов. В номинации «Компактный городской автомобиль» победил Kia Ceed. С учетом того, что были конкуренты, в том числе от отечественного бренда, очень сильные, мы как бы сомневались, что у нас есть серьезные шансы, потому что, несмотря на то, что автомобиль прекрасен и очень как бы достоин, конкуренция была очень сильна. А лучшим пиар-департаментом признана команда Mitsubishi. От лица ММС РУС я очень рада получить эту награду, потому что мы, правда, очень много работали для того, чтобы эксперты оценили высоко наши старания. И впредь, я надеюсь, мы тоже будем делать интересные вещи, и нас будут также высоко ценить. Спасибо большое всем. Персоной года в автоиндустрии признан главный дизайнер «Лады» Стив Матин. Я очень рад получить эту награду и горжусь этим. Несколько лет назад я пришел в «Ладу», чтобы изменить этот бренд. Это очень важная работа для меня. Однако, следующей премии будет чем удивить публику. Организаторы уже разрабатывают новую номинацию под названием «Автомобиль года».